Здравствуйте, с вами магазин Автозвук UA. Сегодня мы рассмотрим комплект Xenon от компании InfoLight. Серия Expert на цоколь H7 с температурой свечения 5000 Кельвин. Поставляется комплект в фирменной упаковке. Внутри у нас находится гарантийный талон. Вот так упакован комплект. Монтажный комплект имеется. Стяжки, двусторонний скотч, две ксеноновые лампы и два блока розжига. Весь комплект мощностью 35 Вт. Лампы поставляются в пластиковых колпачках, для того, чтобы не повредились при транспортировке. Питание подключается 12 Вольт с помощью стандартных проводов на одной и на второй лампе. К блоку розжига ведут три разъема. Два, которые поменьше, идут стандартом CAT. Есть еще стандарт разъемов AMP. Это желательно знать при замене и выборе отдельно ламп. Вторая лампа абсолютно идентичная. Два блока розжига. Блоки розжига Slim стандарта. Тоненькие блоки. В металлическом корпусе герметично заклеены, пыли влагозащищены. Довольно-таки увесистые. Сейчас мы одну из ламп подключим к блоку розжига. Все подключается очень просто. Нужно подсоединить между собой три разъема. Разъемы индивидуальные, перепутать не получится. Все подключаем до щелчка, дабы был хороший контакт. Лампа готова к подключению питания. Сейчас подключим и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем 12 вольт. Лампа загорается. В течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Как правило, ксеноновые лампы всегда очень ярко отсвечивают, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенона в автомобиль нужно выставить правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения, а именно установить ксенон через линзу, и тогда будет идеальная светотеневая граница. В данном комплекте заявлена цветовая температура 5000 Кельвин, как мы видим, она такова и есть, белый световой поток лампа выдает. При покупке на комплект Xenon обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.